Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд на The Isle of Rima. А собственно, многие интересуются, частый вопрос, да и как бы время суток в игре менялось уже. Но давайте расставим все точки над «и». Сколько же длится ночь в The Isle of Rima? Сколько часов реального времени, сколько часов игрового времени? Ну что же... Собственно, не спрашивайте, как я это долго все засекал. Я не математик, но с учетом того, что я посмотрел, посчитал, умножил. Ну, короче, погнали. Итак, рассвет начинается в 6 утра в The Isle of Rima, и темная ночь наступает в 6 вечера. Но полный рассвет наступает в 8 утра. Тем не менее, сумерки наступают в 18:00 игрового времени. Каждая минута идет 4 секунды реального времени, то есть каждая минута игрового времени. Давайте из всего с помощью простых расчетов сделаем вывод, сколько точно реального времени длится день и ночь. Итак, умножаем 4 на 10. Короче говоря, можно предположить, что минута в игре проходит 4 секунды. Час в игре равен 4 минутам реального времени. То есть определяем точное. Светлое время суток в игре длится 40 минут реального времени. Темное время суток 56 минут. Ну, как-то так. Надеюсь, гайд полезен. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima.